Третье поражение на старте сезона и второй проигрыш к ряду в ФНЛ. Самарские крылья Советов в очередной раз огорчили своих болельщиков. Они уступили красноярскому Енисею на выезде со счетом 1-3. Хозяева поля открыли счет уже на 6-й минуте встречи. Полузащитник Александр Галимов поразил ворота Евгения Фролова дальним ударом. На 29-й минуте еще один гол с углового забил нападающий Анзор Саная. Под занавес первого тайма Галимов оформил дубль. У самарцев было несколько хороших моментов для взятия ворот, но они их упустили. Единственный мяч в составе крыльев Советов на 78-й минуте забил Антон Зиньковский. Как итог, 1-3 в пользу Енисея и только 12-я строчка в турнирной таблице для подопечных Игоря Осенькина. Главный тренер хозяев поля Александр Тарханов, который хорошо известен самарским любителям футбола по работе в крыльях, был рад встретиться со старыми друзьями. Все люди, которых я брал, они работают до сих пор. Все друзья мои, им подарки мне привезли, конфеты, да, все. Это, они, мы дружим, да, мы дружим все. У них очень хорошая команда, ребята очень хорошие, я скажу. Вот. Я думаю, они все равно поднимутся, сыграются, когда поднимутся. У нас была небольшая ротация. Вернулся после травмы Зифан, и травмирован был Зиньковский, который провел одну неполную тренировку всего лишь у нас. После игры с Оренбургом он еще не тренировался. Вот. А все остальные позиции у нас достаточно стабильные уже. И травма Камбарова. Следующий матч в ФНЛ «Крылья Советов» проведут 5 сентября на Самара-арене. Они померятся силами с Нижним Новгородом. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Анатолий Головко, «События».